собрать бы воинство поэтов всех воедино. Певцов, танцоров, скульпторов, художников, творцов, фантастов, литераторов, всех пахарей культуры. И совершится в мире переход. Придут законы новых осмыслений. Не элитарным быть аристократом духа, а всех создать поэтами от Бога. Вот это воинство всесильно над разрухой. И созидает мир через культуру. Златоуст – это мой замечательный родной город, потому что у меня там родилась мама. А моя прабабушка в 91 год с клюкой по огородам меня гоняла, между прочим. Она вот в этих в галошах таких выбегала. 91 год ей был, да, баба Юля? Поэтому я очень люблю эти места. У вас потрясающие места, у вас потрясающие талантливые места, на самом деле. Оттуда вот сама энергия, она дает там людям, тем, кто там живет, потрясающие возможности. Здравствуйте! В эфире программа «Мир через культуру» и я, Алена Корякова. Если есть что сказать и показать, значит, должен быть тот, кто хочет слушать и смотреть. Одним словом, любому творению человеческому должна быть оценка. Наверное, для этого и существует такое замечательное явление, как фестиваль. Вот этот вот человечек попал в муку. Любовь. Какими бы играми ни занималось телевидение, какие бы ток-шоу оно ни производило, каким бы способом оно ни зарабатывало деньги, телевидение обречено на правду, а значит на документальность. Вернуть телевидение к документальности и с точки зрения информации, и с точки зрения каких-то других больших телевизионных форм, в этом была задача фестиваля. Это всегда обмен, общение, это самое дорогое, что нам дается, это общение. Хорошо, если кино помогает как-то почувствовать другого, вот это самое важное. Были очень разные жанры, очень были серьезные работы. Мы все время на улицу выходили и все обсуждали бурно-бурно по каждой работе. Фестиваль «Город в кадре», посвященный 270-летию Челябинска, принял 12 телекомпаний нашей области. 60 работ, фильмы и программы различных стилей и жанров. Есть чему поучиться. Не способен предательству. Почему-то часто мы не замечаем незаурядности людей, которые движутся рядом с нами повседневно. Полетели на самолете, как ты крылышко не махаешь, и уеду спать. Прости меня, пожалуйста, что я так критично отзываюсь о твоем отце. Надеюсь, ты меня поймешь и прости. Номинация «Социальный репортаж». Было весьма интересно. Интересно было посмотреть златоустовские, особенно программы. У нас еще предстоит обсуждение всего этого. Я думаю, это польза от этого есть, несомненно. Сразу скажем, что со зрителем нам повезло. От студентов двух вузов, телевизионных факультетов и умудренных жизненным опытом кинолюбителей до корифеев из Питера, Москвы и Челябинска. Талант, как я заметил, талант – это всегда такой супротивник на самом деле. Это всегда хулиган, это всегда человек, который пытается разрушить то, как общепринято. Сергей Карандашов привез подарок фестивалю свои фильмы. «Странник», «Дар» и вот этот «Поп и приход». Я так сидел бы дома, лежал бы, никуда бы и не ходил, никуда меня и не тянет. А ты еще ходить хочешь, тебе жить еще интересно. В его фильмах человек удивительно естественен и неотделим от среды своего обитания. Ты какие-нибудь свои грехи знаешь, от которых хочешь избавиться? Ай, я знаю. Нет у тебя грехов. Мужчина из трех частей составных состоит и источников. Подставить, достать и уйти от проблем. Надо доверять тому, о чем ты снимаешь, своим героям. Или не снимать их тогда. Я всегда смотрю, как обычный зритель смотрит. Либо меня это задевает, либо не задевает.
Да ну это было всего лишь всего-навсего 74 годика тому назад. Я хочу обратиться ко всем номинантам. В течение 3-4 лет не смотреть центральное телевидение, чтобы не испортить свой вкус. Объявляем бойкот федеральным каналам. Я бы хотел, чтобы там были искренне, так честны, честно, откровенны, замечательные работы. И пусть не хватает осветительского мастерства операторского, есть главное, есть сердце человеческое. Спасибо. Леонид Григорьевич Пивер. Этот фестиваль дал нам много находок. Мы многое узнали, мы многое увидели. И, конечно, мы привезем домой очень много энергии, добра. Я почему-то уверен, что он непременно добро принесет. Владимир Павлович, ваш образ покорил абсолютно всех, и мы с вами завоевали звание лауреата, а еще получили специальный приз от мастерских декоративно-прикладного искусства ЛИК. Нина Владимировна Лохтачева специально приехала в Челябинск, чтобы поддержать наш дух. Я бесконечно рада, что мои земляки, златоустовцы, так хорошо, замечательно выступили на этом фестивале. Я приглашаю финалистов. Юлия Федотенко, редакция молодежных программ «Злат ТВ. Город Златоуст». Я считаю, что телекомпания «Злат ТВ» стала настоящим открытием фестиваля, потому что все номинации судились такими небольшими группками, и практически в каждой «Злат ТВ» представил что-то достойное внимания. Поэтому я считаю, что это телекомпания, которая просто произвела фурор на этом фестивале, и желаю всем дальнейших творческих успехов. И лауреатом в номинации становится Ольга Чеванина, программа «Мир через культуру». Любовь, истина, красота. Со временем это триединство распалось. Истина отошла от науки, красота от искусства, а любовь повисла в воздухе. А теперь о ней, о любви. Про любовь, про тебя. Я считаю, что любовь – это нечто похожее на птицу. Если тебя кто-то не удержит в этот момент, то ты внезапно просто улетишь в небеса. Пускай я в плену. Меня могут лишить жизни, но не любви к вам. Любви не страшны ни крепости, ни решетки. Ее не удержать никакими ключами. Мне запомнился фильм о любви, я не знаю, как вот это вот, студии «Мосты», да. Мне кажется, что там сделан такой шаг очень-очень-очень хороший к свободе, к внутренней свободе. К очень сложной теме подход нетривиальный, подход и драматичный, и с другой стороны с юмором это все сделано. И когда вот со всех сторон вот так вот эта вот тема осматриваешь, как будто бы ее, знаете, тогда становится просто интересно, и ты в самому себя погружаешься на самом деле. Это хорошо, когда кино заставляет тебя в себе самом разбираться и попытаться что-то в себе увидеть через других. Удивила дерзость молодых авторов. Тем более приятно слышать все это, ведь программа про любовь – одна из первых работ студии «Агарта». Молодцы ребята, ваша любовь согрела сердца многим людям. Прислушайтесь, милая, у каждого в душе звучит своя неповторимая мелодия. Телевидение где-то в недрах, я уверен, дремлют зерна искусства. И Златоуст – один из немногих городов и немногих студий, активно ищет, а в поиске неизбежны какие-то отклонения. Но еще раз повторю, самое главное – поиск образного решения, который чувствуется, поиск каких-то теплых контактов с публикой, попытка выйти на неформальное общение, гордость за свой город. Неравнодушие к теме, умение увидеть человека, рядового человека, интересным и сделать его интересным. Юмор. Все это окрашивает для меня программы златоустовского телевидения в совершенно
особый колорит. В этом проявлении какой-то вот действительно различных талантов, в этом, наверное, и прелесть всего того, что представила Злат ТВ. Молодцы! Если хотите, чтобы наше телевидение стало ярче, чище и смелее, учитесь на телевизионщиков. Для этого нужны хорошие квалифицированные люди. У нас есть учебный телерадиоцентр со всей новейшей аппаратурой телевизионной и радио. У нас есть настоящая, единственная в России вещательная университетская телерадиокомпания «Юргу-ТВ». Настало время поговорить о самом телевидении. Для меня вообще телевидение – это такое, знаете, такой поток какого-то безобразия, но очень редко показывают хорошие работы, которые смотришь так вот, с такими глазами, с кулаками сжатыми. Вот. Я предпочитаю вот посидеть лучше часок или два за хорошим фильмом. Вот меня, например, привлекает больше художественное все-таки, потому что можно информационно идет четко отжатый поток информации, а художественно есть место, ну, развернуться там чувством, например, что-то вот внести душевное туда. Надо как раз-таки художественность привносить вот в информационные жанры, мне кажется. Тогда это будет интереснее и уже с каким-то намеком на искусство. Во-первых, не следовать клише. Особенно вот этому клише, которое идет с центральных федеральных каналов к нам. А во-вторых, делать кино о том, что ты хорошо знаешь и что тебе интересно. Парфенов тот же, да? Ну, вы же знаете, да? То есть человек, который на самом деле тоже стал хулиганить. Он перевернул то, как делалось до этого, и пошел своим. Но теперь появилось миллионы маленьких-маленьких Парфеновых, понимаете? Которые вслед за ним, думая, что и большей частью показывая только себя на экране, как они умеют ходить на камеру, вот так вот приближаться и активно проговаривать выученный текст, понимаете? Они показывают, что типа они что-то такое делают. На самом деле нет, надо перешагивать через Парфенова, надо идти дальше, надо пытаться поворачивать как-то это. Я не знаю, это не значит, что не может быть... Вот это очень живой момент. Зачем же? Пускай он ползет. Вот вам, пожалуйста, идет интервью, и в это время, а вы придумайте, посадите паучка, например. И это всегда оживит любой интервью. У России будущее за художественными программами, а не за новостными, которые уже всех накормили негативом. Именно художественные программы, они несут вот эту позитивную энергию, которая, наверное, сейчас не хватает нам просто с экрана. Мне кажется, что когда есть такие телевизионные программы, которые были выставлены на этом конкурсе, и вообще есть художественное вещание на телевидении, мне так кажется, что значит телевидение живет, значит оно развивается. А дальше надо работать. Надо работать над тем, чтобы телевидение не превращалось в какую-то сферу искусственных эмоций и чувств, а чтобы телевидение было желанным в доме, чтобы человек от экрана и глядя на экран, извините за неприемлемое, может, слово, не плевался, не страдал, не боялся, не чувствовал себя изгоем, не взращивал в себе комплекса неполноценности, что там звезды, а мы-то кто. Телевидение должно быть в доме просто желанным гостем, уже хотя бы потому, что оно без спроса входит в этот дом. Простите, что зашли к вам в дом без спроса. Впрочем, у вас всегда есть выбор. Ну а если вам интересно, смотрите дальше. Жизнь человека, как пламя свечи, может быть ярким или несмелым, может трепетать на ветру или гореть ровно и спокойно. Проходит время, огонь догорает, а что остается? Солнце сменяют солнце, луны сменяют луны, где нынче танцует пламя, там завтра расти траве, где-то поют колодцы, где-то ревут самумы, и все же было с нами. На древней, как мир, земле где-то поют колодцы, где-то ревут самумы, и все же было с нами
на древней, как миф, земле. Все уже было, было, и ничего не ново. В быстром круженье весен и круговерти зим каждого ждет могила. Вечно одно лишь слово, и смерть, что любого косит, невластно над ним одним. Каждого ждет могила. Вечно одно лишь слово, и смерть, что любого косит, невластно над ним одним. Жизни совсем немного, света, обед немало, но этого жаждешь верно, листов и карандаша. Видимо, воля Бога, чтоб слово в веках сияло, и только оно бессмертно, а значит, и есть душа. Видимо, воля Бога, чтоб слово в веках сияло, и только оно бессмертно, а значит, и есть душа. Сергей Косолапов, «Солнце сменяет солнце». Сегодня мы прокладываем невесомый звездный мост над бурлящим потоком жизни, чтобы рассказать о том, что волнует, языком музыки, песни и танца. У вас, уважаемый зритель, тоже есть такая возможность. Предлагайте свои варианты и встретимся на звездном мосту. Если бы вы только знали, где я была и что я видела. Для меня это совершенно неизведанный мир, а для вас... Уникальная выставка из фондов Музея национальных инструментов и этнографии. Более 300 экспонатов разных народов Евразии. Национальные костюмы и музыкальные инструменты. Поющая тибетская чаша, гармошка-черепашка, узбекский карнай, арабская волынка, жалейка, рожок, гусли и много-много других экзотических инструментов. Жалейка мне понравилась. Вон какая хорошенькая жалеечка. Действительно, вот сигналы пастуха, рожок, жалейка, они связаны. Это же история, это биография народа. Я думаю, что на Урале, во-первых, это единственная выставка. Да их и в России-то не можно, наверное, хватит пальцев на одной руке. Я думаю, что эта выставка, ну просто, ну подобных нет на Урале. Я впервые вижу, 95% инструментов для меня не знакомы. Они живые экспонаты. В руках мастера они начинают звучать. А мастер-то на легенды гораст. Про каждый инструмент поведать может. И сказки, и истории. И, конечно, раскрыть главную тайну – предназначение. 6-7 ударов каждый колокол. И, конечно, были свадебные колокола, встречные колокола, пожарные колокола. Конечно, без культуры не может быть нации, говорят. Вот все. А культура – это одежда, это традиции, обычаи и, конечно, музыкальные инструменты. Кабир Емилов не только заведующий музеем, он дирижер Челябинского оркестра. Играет на инструментах разных народов мира легко и непринужденно, пытаясь близко познакомиться с инструментом, наладить контакт, как живой душой. Мне приходится разгадывать, искать приемы звукоизвлечения, как из него звук извлечь. Я переворачиваю в одну сторону, в другую, пытаясь вот найти то, что... Никто не показывает, никто не знает, и тем более еще название инструмента. Поэтому у нас нет инструментов, нет названия. И мы просто пишем «африканский инструмент». На ловца и зверь бежит. Предметов народного быта и музыкальных инструментов в музее не счесть. И у каждого своя судьба и своя энергетика. Ведь мастер, изготовивший инструмент, вложил в него всю душу. Удовольствие, блаженство. А когда что-то находишь интересный прием игровой, то вообще здесь такое состояние, что ты для себя открываешь другой мир. Ездил по деревням, каждое лето, вместо отпусков, в течение года выезжал из деревни, и в села, в города. Это Туркмения, это Таджикистан, Узбекистан, это
Мордовия, Чувашия, то есть вот эти регионы, Украина, вот оттуда привезены инструменты. Конечно, нужно искать. Поэтому я всегда в поиске, всегда ищу. Я человек неугомонный, поэтому всегда буду искать. В поиске инструментов часто возникают сложности. Вот это бубен якутского шамана-колдуна. Кабир Александрович ждал его 6 лет. Эти долгие годы он безответно писал письма мастеру Махначевскому. И когда, наконец, судьба свела их вместе, этот бубен все же попал в добрые руки Кабира. Я оттуда летел как на крыльях. Важно, что вот мечта моя сбылась, что тебя привез вот настоящий бубен шамана. Конечно, это уже кожа уже порвана. То есть я научился теперь, я лечу. Так говорят многие люди, которые занимаются вот своеобразными такими культовыми обрядами. Да, поэтому вот они выражаются этим языком, что когда натягивают другую кожу, это как бы лечение. И говорят, что если у шамана порвался бубен, это смерть будет шамана. То есть ожидает вот такое. Поэтому, ну а для меня, как для музыканта, конечно, это... Вот это уже третья кожа, которую я порвал вот на этом бубне шамана. Инструменты заняли 2 зала нашего краеведческого музея. От разнообразия глаза разбегаются. И ко всему хочется прикоснуться, дотронуться до кусочка истории. И вот редкая возможность самому поиграть на понравившемся инструменте. Поехали! Было очень интересно и весело. И еще мне понравилась вот эта длинная труба. Это совершенно детские воспоминания. Это было до того приятно. И вообще даже для руководителей посидеть здесь, это такой расслабляющий эффект. Это даже интересно. Мне самой очень понравилось. Тут абсолютно все в восторг приводит и в удивление, и в открытие. Это настоящий музыкальный экскурс в историю и культуру народов. С мифами, легендами, языческой символикой. Зрители испытали истинный восторг. Для ребят это сказка. Это будет такое открытие для них. Ребята будут в восторге. Их надо всех из Златоуста сюда везти. И даже название инструментов просто интригующее. Вот я даже записал: каямба, тутак, бугай, кобза, дырдла. Ну, совершенно просто интересно. И такое сопровождение лекторское, удачное. Просто я, ну, как-то рекомендую всем и взрослым, и детям это посетить. Это культовый африканский музыкальный инструмент рейнстик, а попросту дождевая палка. С помощью нее вызывали дождь. Внутри пустотелой травы особым образом сыпется крупа. Огромная жизнь, протекая сквозь нас, формирует наш внутренний мир. Но и каждый человек, произнеся даже одно слово, меняет все окружающее. Не поэтому ли такую важную роль в нашей жизни играет телевидение?